Блин, я думал, он уже убьет кого-то, ну не сложно же. А на самом деле я поддался. Я серьезно, я думал, да поддамся, но сложно пацану играть. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Гусанёк, Фриз, FM Zoom, Кирилл Геймер, Форум, Подлючка, какой-то, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Салам алейкум, братья. Всем привет. Всем привет. Ребятушки, сегодня у нас очень классная серия, потому что скибиди-туалеты пришли в бикини-ботом, чтобы всех замочить. Если ведь кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. У нас сегодня будет скибиди-туалеты, снайперы, и кого он убивает с АВП, тоже берет скибиди-туалеты, и в конце у нас будет 7 скибиди-туалетов и один выживший. И последний выживший сможет использовать любое оружие. Но использовать можно только снайперку, никаких оружий больше скибиди-туалета использовать нельзя. Все, поняли, пацаны? Да. И надеюсь, зрители тоже поняли, и поэтому рекомендую поставить лайк и подписаться на канал. Ой, мне чуть жопу не подстрелил, пацаны. Я убежал. Кто первый умрет, тот лох. И если вы хотите с нами провести классное время, пообщаться, просто найти новых друзей и найти с кем поиграть в разные игры, заходите в наш Дискорд. Ссылочка где? Описание. Совершенно верно. И вот мы сейчас все сидим в Дискорде и общаемся. Вот вы можете зайти в наш Дискорд и сказать Гусанёк, что он... Кто он? А, меня чуть не убили! Нет, он не лох, ты шо? Он шарлатан. Они не смогут мне сказать, что я лох, потому что я по скайпу сейчас с вами сижу. Ах ты врун! Пацаны, давайте так, перекличку. Сколько еще скибиди туалетов? Один или два? Один. Он еще никого не убил? Мы его не мочим, а он нас тоже убить не может. И мы просто ходим и угораем с него. Он застрял где-то. А где он? А вон, я его вижу. Он за мной, пацаны, он за мной. А я сразу успею... Ай! Ай-яй-яй-яй-яй, ой-ой-ой. Блин, пули свистят прям возле одного места. А реально карта-то большая. А мне кажется, если бы я играл, я бы уже убил кого-то. Ой, да конечно. Ой, да конечно, да. Ну дайте хоть что-то сказать. Они застревают, да? Да. Ну это печально, тогда не заходи в здание, а ходи по улице. Потому что мы все на улице, нас в здании нету. Да, мы все на улице. Кстати, есть здесь одна такая четкая часть карты, где ему будет очень сложно передвигаться. Но я пока миссию показывать не буду. А я, кстати, нашел вас. А он к нам идет. Вон он скачет. Так, налево он повернул. Бежит. Ожидайте. Бежит. Вот он! Бегите! Бегите, глупцы! Кто умрет, тот голимый! Давай, умирай! Не буду, ты умирай. Будешь. Не-не-не. Я так сказал, наверное. Подождите, а это, наверное, не та карта, где я подумал. Ну подожди. Ой. А что там скибиди туалет стоит? Можно удалить его? Удали. Давайте, только я не считается, если меня сейчас пристрелят. А я его испугался тогда, это просто... Подожди, ну мы же сказали, что это не считается, я удалял его! Да не, ну не, пацаны, ну честно, ну некрасиво так поступать, ну... Не, ну вообще красота, а я? Ты бы сказал, что я... Нет, ты бы сказал, что я удаляю и не считается, я предупредил. Да не, ну пацаны, вы специально мне не удали его, а потом меня застрелили. Не-не-не-не-не, я с вами так дружить не буду никогда больше. Ладно. Ты, короче, предатель, я так и знал. Это ты шарлатан. Это не я, Гусанёк шарлатан. Да не я. А если мы проиграем сейчас тут? Он идет! Бегите! Быстрее, пацаны, он заходит вовнутрь! Это что, он еще никого не убил? Он в ресторане? Да, он в кафе чай пьет. Дим, бери ключик. Откроем замочек. Не надо нам ничего открывать. А что за ключик? Он застрял. Какой ключ? Ой, бегите. Блин, я думал, он уже убьет кого-то, ну не сложно же. А на самом деле я поддался. Я серьезно, я думал, да поддамся, но сложно пацану играть. Ну че вы такие злые? А вот теперь я должен показать, да, что я могу убивать? Давай. Саня, а кто там говорил, что кто-то умрет потом? Есть! А, не есть. Нас двое, ребята, а вот теперь, уже лафы такой не будет. Я прям перепрыгнул его. Есть! А, ладно. Еще есть! Вот это мы пришли красиво всех! Вот это мы мощные! Это что, уже 4 скибиди туалета? Да. Отлично! Сразу видно, лайкосик лупанули все, и все сразу становятся скибиди пара... Ой, туалетом. Скибиди парашами. Ролик назвать скибиди параша.
Иди, параша гоняется за нами. Так, а где ты его же застрешь? Я еще ни разу не застрял. А как ты гранату бросаешь? А, на R. Нельзя. Не на R, не на R, а на правую кнопку мыши. Не, на F. Нельзя гранату. А, вот мы и застряли. А, вот, прыжком можно выскакивать. Подожди, подожди, как гранату реально бросать? На R, на R, на R. Она убивает гранаты это? Да. Нет, она просто ослепляет. А, это чисто без понтовка, да? Да, это чисто. Так, ну что, идемте. О, меня ослепило, кстати. Ай, меня ослепили. А это уже кто-то кинул. Это уже Саня кидает. Нет, это не я, это не я. Блин, да мы что, больше никого убить не можем? Так, подожди, подожди, перекличечка, перекличечка. Где кто я находится? Живой. Так, пацаны, друг друга не заходите, мы забагаемся. Я на карте. Я на карте. Гениальная подсказка, но не надо. Мы вас сольем, не очкуйте, пацаны. Спасибо. О, я знаю, где они. Я знаю, я иду туда. Нет, они в канализации. Да, я знаю. А тут вонючий конус, и не могу его обойти. А я могу его удалить? А чё? Я танцую здесь стою. Саня был похож. О, я вырвался. А, не вырвался. Ура, почему я вырвался? Да ну блин, я застрял. Ну, Алим, из Скибиди параша. Я Да блин, кто ослепил? Я только что видел игрока. Он побежал сюда. О, короче, надо, знаете что? Встать просто вот тут в проходах. Пацаны, каждый стоит по проходам, и все, и никого не пускаем. Зачем нам бегать по проходам? Стой, Саня, Саня. Да как я не попал? Ну вот он, ты же знал. Давайте, давайте, пацаны, мы должны. FM-зум, беги. Бегу. Блин, я никогда стреляю, я не вижу, что у меня впереди. Да, вот да как, я же попал. Я же попал. Чё за... О, есть! Есть! В попе шерсть! Мы лучшие! Там я форма где взял. А, уже... FM-зума еще хочу разубить. Это фейк. Не надо. Ай. Так, что, трое игроков осталось? А почему тут заход горит? Трое. Бррр. Что это было? Да Ой, я вижу формы. Застрял, застрял. Форм остался? Я... Да не, еще ж гусанек вроде как живой. Да меня, блин... Есть, я убил гусанька! Я уже... Меня и так уже убили, Дим, поэтому не считается. Ну блин, ну дай порадоваться, ты меня обломал весь этот радость. Я так хорошо, я так радовался сильно. Хорошо, давайте, перекличка, кто живой? Я. Ты один остался? Да, он один. Все, можешь брать любое оружие, любое. Давайте ему дадим 5 секунд для того, чтобы он выбрался классную оружку. Только без админских вещей. Да, без админских. А у нас столько жизни, его админская вещь не спасет его. Не, а спасет еще как Дим. Да? Ну все, давайте. 3, 2, 1. Финальный раунд начался. Если ты продержишься сейчас 2 минуты, ты будешь победителем в этом ролике. Ну блин, вот не задумываюсь. Извини, обстоятельства. Зачем меня убивать? Так, подожди, а кого мы вообще мочим сейчас? Фриза. Фриз, извини, мы забыли уже, как тебя звать. Убивает форму. Короче, Вася. Помещите. Да блин, это Кирилл Геймер, это ж не тот. Найдете меня. А может он канализации вонючий? Все, давайте, все туда, все туда. Я знаю, где он может быть. А давайте тут пройдем. Да. А нету, нету. Вот тут. Так, давайте все сюда, все сюда. А тут на карте вообще какие-то нычки есть? Я знаю, где он. Он по идее может быть на крыше этого. Я не на крыше. Его там нету, кстати. Нет на крыше? Нет. Я знаю, где он, наверное. Вот она. Ой, где я? Ты сверху, над нет, кассой. Нет, я не сверху, я не сверху. Я на улице. Так, пацаны. А, он решил, короче, 2 минуты просто шкериться, я понял. Реально. Не, ну так... А время не идет, специально время не идет. Да, время не идет. Да не, ну я шучу, ну блин, я думал, ты будешь там воевать с нами как-то. Он подожди, сильно. А где еще? А! Я знаю, где он. Я знаю, я иду. А, все, все. Все, фриз. Нет. Он был за автобусом возле костякаться. 3, 2, 1. Битва началась. Тот, кто у нас был выживший, теперь воюет с нами. Ну ты взялся, шишфору. Косожоп, косожоп. Пацаны, ну давай, возле крючка здесь. А, возле крючка? Да. Ай! Сейчас мы его туда неплохо, поставим. Неплохо. Короче, оружие я взял, конечно же, говняное. Не, монетка читерская, рано еще брать. Ой, я С4 буду минировать карту.
Ай! Я его убил мой Санёк. Он презентация, типа. Санёк, конечно, читер. Все, его убили уже. Убили? Санёк, ты как это сделал? Я думал, он взрывающийся нельзя. Пушка из серии Сэм. Да, это пушка говняная. Ой, она читерская, конечно, я уже это понял. Видишь? Саня, и читак, и шарлашан. Шарлашан. Хорошо, давайте теперь битва с настоящим NPC. Паух, погнали, с пауком повоюем. Так, надо оружие, ребята, сразу взять. Так, где этот подлец? Мы, короче, должны его подловить, чтобы он где-то застрял. У Чамбаки-то. Вот давайте к Чамбаке-то все идем. Ого! Вы же друг друга мочите, ну не его. О, где он застрял? Он застрял? Да. Все, мочим его. Где он застрял? Ай! Да гусь, Санёк, ну вы издеваетесь тут давно. Да вы просто. Да, это, да, мы виноваты. Да, мы виноваты. Убили, да, его? Да. А что за туалет смыдло? А, это туалет звуки звук когда убирает. Сейчас мы еще повоюем с магом. Погнали. О, давай. Ой, только я сразу умер. И убили его. Это что, мгновенная смерть была? Ай, Гаррисмон залагал. Если вам понравилась эта серия и как Скибиди Туалет забагал нам Гаррис Мод, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Санёк, а ну давай, звук взрыва. Хоть взорвать не можем, хоть звук издадим.